Что? Простите. Я сейчас заблужу здесь, потом фиг выйду, когда. Там где-то в Таркове ходит легенда, что один человек заблудился в подвалах. Шестой год не может выйти. Ну, только на релизе потом выйдешь оттуда. Бля, там выпустят лично. Сюда перебегаю от Тетрис. Блин! Сзади! Твою мать, я застряла! Откуда сзади, Аня? Со стороны жопы, либо камень. Тихо! Беседки у меня есть. Между Тетрисом и Меченкой. Поверю. Я на бухера. Взорвал. Какой камень, Аня? Ну, либо на камень, который в Тетрисе, наверх ведет к чупику, либо он в жопе по дереву только что бегал. В Тетрисах штурман, скорее всего, убил его охранника. Блять, да. Аня, ты где? Граната! Это я по ботам работаю. Похилились в этой комнатке. Вот он, вот он, вот он. Он где-то на улице, по-моему. Вот он, штурман. Бил. Я на первом. Патроны закидываю сзади тебя. Ближе к жопе. Ты же задевала дерево, когда зашла, нет, что ли? Тут не было дерева. А, нет, есть, да, точно. В этом, как его, военные склады ближние, ближе к коням, короче, направо. Чувак пробегал слева направо. Справа налево, точно. Надо Вита сейчас сначала спасать. Я к себе относительно. Я оттянулся к КПшке. Я справа с этого мусора. Бот передо мной. Бот передо мной. Как ты спец, Лоха? По тебе глушак работал ведь? Угу. Еще перед нами. Санитары, санитары перед нами. Да умрите, не умирает. Убил. Тихо-тихо-тихо-тихо. Там за ним санитар, за красным контейнером. Что? Не простите. Да ладно, блин. Он не умирает. Где тепловоз? Да-да. Да ты чё, сука? Блин, ну Аня! Аня, ну так всё красиво было, ё-моё, блин. Да вроде не я по тебе. А кто? Ты меня убила, блин. Эй. Я не знаю, он не дохнет. Я в него 3 магазина всадила. Да я в него 4 всадил. Да, ты не помнишь. Блин. Время. Весь фильм просто показывает, как они лежали. Вот, и опять прошлое. Не проход загородило. Почему я поставил перед тобой рестовый? Ну они, короче, то ли упали в обморок, короче, такое, и каждый видел свое будущее. А кто не видел будущее, по-моему, они типа, ну, следовательно, им типа хана. Такое.
белой будке бежит. Я на холме. В сторону белой смотрю. Мичинку заходил, что ли, сейчас? Вижу, за вагоном. За вагоном убил. Я не пойму, кто дерево топает. Я топаю, вот дерево. Топ. Вот сейчас топаю. За вагоном минус один. А зеленая коска. Нет. За белый должен быть еще. По сути. Убили? Одного убил, еще по мне слева взлетело с депо. Понял. Я на бункере депо буду проверять. Выход, крыша депо. Ага. Флешит меня. Вижу. Он на первом. Сейчас выбежит, тебя пушат, вероятно, пойдет. Да, пушат тебя. Убили. Убили. По методу шайтана работает. Блять. Ты что, по нам летит? Леша, да. Бурин тебе привет передает. Ума тоже привет. Да, что-то по нам летит. А не где? Пойму. Это граната, не... Нет. Наверное. Нет. Это именно пуля. Это с коня. Коня, либо будка может быть красная, которая ботовская. Башня ботов. А, вижу. Военные склады. Ранил его. Дальний проход за военными складами, а не там тусуются. А санитар на крыше коня бегает. Да, добро. Это, кстати, санитары на крыше коня. Блять, только не говорите, что они опять, сука, бессмертные. Нет, не санитар, другой. Где? Санитар опять наверх пошел, по-моему. Да ты чуваков хотя проход, который за военными казармами туда дальше. Да. Как к коню пошел? Так, кто-то в военных складах сидит. Ну вот, наверное, это уже стреляет. Вот он стреляет, да. Он в военных складах. В окно бьет или в выход? Видно? Он примерно по центру военных складов. Это я работаю. По мне работают сверху, где-то шара, что ли. Убил одного. Кто-то поднялся на третий этаж. Не, это этот санитар, походу. Я у тебя же там здесь. Убили меня. Это глухарь меня убил. Бля. Вон он, бля, и бах его! Забили все по углам, блядь! Да ну на, ты кройся! Ань, какой у тебя этаж где-то? Я на втором, а они, ну вот как с гаража прыгают, понял? Наши. А они все на первом и на третий глухарь уходил. На втором где-то что-то. Патрон 993. Да понятно, бля. Они с другими не ходят. Блять, санитар. А санитар в том коне. Да он в этом был, значит пробежал. Посмотрю этого типа. А, ёптать, это наш челик тут какой-то был. Курятчик. Твою мать, никогда больше не буду. Идет. Пришел, да. Блять, они приняли, походу, опять этот свой обдолбос. Не умирает охранник. А сам санитар внутри в конях на первом, походу. Аня, говори. Я поэтому стреляю. Убила его?
Нет, он живой, но кашляет. Я а, зашла в туалет, я хилюсь с него нафиг. Он у тебя на первом? Да, на первом, по-моему, в комнатке, которая дальше не туалет, а дальше. Я у тебя, комната. Я у тебя зашел, к тебе. Я в туалете. Прикрываю. По тебе? Спины, да. Челобот. Это не челобот, это охранник санитара. Все, сдох. Все, будем подниматься наверх, убивать? Они на крыше. Вот он говорит, на крыше сейчас. Поднимайтесь ко мне на третий. Вот тут они сразу слева на крыше стоят. Двое, да? Может, гранату там? Сейчас пойдут, готовьтесь. Хорошо. Надо у кого-то, говорит, срочно, бегите. Бегите. Может, дверь закрыть, у меня один магазин остался. Не вижу его там слева. Да, я закрою. Он убежал других коней. Ага, ну и хер бы с ним. Нет тут воды ни у кого. Ты что, пожрать сюда пришел? У нас тут война вообще-то. Да, у нас тут война, а вот тут живет. Блядь, просто в горле пересохло. Икёс есть, да? Санитар на крыше коней стоит, на меня смотрит, блядь. Дал ему еще 3 в голову. Блядь, мы какой-то в хоррор как будто зашли, где надо типа рейд-боссов убить. Но нам ДПСа не хватает, блять, они отхиливаются. Какой-то Dark Souls просто. Дай-ка я пройду. Давай-давай. Укор пошел, уходите! Блять! Я прибежал к камушу! Коллеги, я на процедуры! Я на процедуры! Пропустите человека! Я поднимаюсь! Блять! Смотрим! Сейчас он пойдет, мне рашит, возможно. Хорош! Кто тебя убил? По-моему, умер. Да, вот, вот, бля. Убежал куда-то. Он бухаря собрал. Это пока мой глухарь. Ой, глухарь этот, штурман. Дал хай туда вдаль. Пацаны сейчас накроют нас! Один в упоре, бот. Охранник звезду юзаю. Так, вижу там еще один охранник. Бля, тоже по шприцами, зараза. У него есть. Больно. Побежала к нему. Ага, пока он на втором этаже, пока никого тут нету. Ёптыть. Пробую пробежать. Давай за тобой. У меня тут много кого-то еще. Так, убила человека. Ты за гаражом? Да, я в гараже, я в гараже. Я к тебе бегу. А вот штурман валяется. Дам грену на второй. Блять. Это наша точка! Живешь? Он живет, живой. Готов. Все. Еще один. Тебе вышел.
убила? Нет, он живой. Вижу. Он тупо живет. Тебе забежал обратно. Угу. Да-да. Убил. Отлично. По мне еще один. Или выжила. Откуда, бля? Кто-то ходит в центре. Сейчас будет заходить, походу. Через дверь пути. Вот он, М-ка. Это та М-ка пришла к нам. Может, мы его это приняли все-таки? Или его принял... А, вот тут боты валяются с ганами с этих сохранников. Обычные боты, но ганы у них сохранников. Может, кстати, охранник даже собрал. Разве надо смотреть. Так, ну я в этом коня в этого забегаю. Тоже пробегаю. Иду к трупу. Ну нет, он собранный. А рядом с ним в яме ноги торчат, чей, посмотри. А вот он его и собрал. Я про это... Опа. Со складов бот загрелся. Хило, блядь. Убил. Слава богу, у меня уже ни барана не было готова к этому, блядь, просто. Так. Так, так, так. Ань, ну она сейчас будет твое прикрытие, чтобы за килой сходить. До этого. Ань, сюда выйди ко мне, посмотришь. Давай, давай, давай. Башня ботов, мне страшно. Разобью там стекло. Теперь видно. О, килл был на трассерах с АКМом. По нам! Уходи! Да, твою мать! Беги, беги, беги! Обычный? Да. Вижу его. Надо убить его. Отойди, отойди! Убил. Давай мне красную карту скиллы, блин, и вообще просто. А, лап-карта. Кто ходит? Где? Направо убежал. Вниз? По дороге. Вижу, челобот. Умер. Угу. Я посмотрю, что там. А, он решаву собрал. Блять. Ой, а кстати, фулку вижу валяется. ЧВКшная фулка у нас. Блин, 4 минуты, успею, не успею. Блин, 4 минуты. Давай, я смотрю. Так, Светлоозерский типа этого. Блять, по мне кто-то бот. От коня. Что обычный, здесь? Обычный. Жадность. Бля. Просто вот там посмотри на гранатах. Да смотрю, я смотрю, не вижу я пока что никого. Да, сейчас все будет, что ты переживаешь? Сзади кто-то стреляет, слышишь? Слышу. Не ты что ли, блин? Нет. Вижу. На подъеме, чел. Где мы только что были. Очень сильно дал ему. Пойдем, 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 пойдем. Он за пулик забегал наверх. А, он мертвый. Погоди, нет, не мертвый. Дам гранату влево, вверх. Да, это даже гранаты еще. Осторожно, не иди, не иди, не иди. Не иду, не иду. Он тут ходит, слева у нас. Он кашляет. Убил. Не вверх чекаю. Тоже залутанный. Штурмовая генка фуловая, надо? У меня нету места. Все, валим. Тут труп лежит. Капец. Сколько урона, интересно, за эту катку нанесено? Мне кажется, 1010, вот точно, блин.
32 тысячи опыта. Как он такое? 9200... 9290. Я выиграла, 10 162. Нормально. Ну тот, реально только Решала не убили, вот этот бот, вот челобот убил. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.